Добрый день, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я хочу показать вам, что такое открытый наборный край и как его можно сделать с помощью крючка и спиц одновременно. То есть это не будет вариант, когда мы набираем на крючок воздушные петли и потом начинаем провязывать, делать открытый наборный край. Этот вот вариант выполняется при помощи вот эта бросовая нить, при помощи крючка и спиц. И я планирую вязать вот из такой пряжи себе изделие и покажу вам конкретно вот при помощи крючка и спиц, как это все можно сделать. Итак, делаем обычную петлю. Закрепить просто. Закрепили воздушную петлю. Так. Теперь берем спицы. Вот это у меня спицы 2,5 миллиметра. Кладем спицы вот так, чтобы нить была под спицей. И вот так набираем, начинаем набирать петли. Нить забираем опять за спицу и крючком подхватываем нить и делаем петлю еще раз. Вот так. И постоянно мы нить перебрасываем за спицу, а крючком подхватываем нить и делаем петельку. И так мы набираем петли столько, сколько нам нужно. У меня в моем случае я планирую вязать по моим подсчетам и плотности вязания я буду набирать 170 петель. Поэтому я вот показываю, как набирается самое начало. Покажу вам вот еще несколько петель. Остальные петли потом наберу за кадром. И покажу, как присоединяется дальше у нас уже наша основная нить. И вот, покажу еще раз более медленно. В данном конкретном случае вот у нас нить лежит на спице. Мы ее заводим за спицу. Я набрасываю вот на этот указательный палец, так, подхватываю крючком и делаю петельку. Опять нить заводим за спицу, подхватываем крючком, делаем петлю и набрасываем. Еще раз. Вот остальные петли я провяжу за кадром и к вам вернусь. Итак, все петли набраны. Вот я взяла дополнительную нить. Вот это голубая, а это такая светло-персиковая. Вот она. Ну вот на пальце. И я начинаю провязывать просто обычной лицевой гладью. У меня сейчас никакого узора нет, только лицевая гладь. И я провязываю. И сейчас, через несколько мгновений, минут, я покажу, как я соединяю в круг. Вот здесь подтягиваем и начинаем просто провязывать. Итак, до следующего включения. Итак, я провязала по кругу, я вяжу лицевой гладью. И теперь следующий шаг. Я хочу соединить вязание в круг. Для этого я вот так кладу на поверхность и проверяю, чтобы все петли, в данном случае вот голубые петли, они все смотрели в круг, внутрь круга, чтобы смотрели. То есть смотрю, чтобы все петли были ровные. Ну и следующий шаг, значит, я делаю такой. Мне нужно вот одну петлю с левой спицы протянуть через петлю с правой спицы, вот так. Ну, то есть одну петлю набросить на другую. Вот, снимаем, подтягиваем здесь все и дальше вяжем. И дальше я провяжу несколько рядов. У меня в данном случае я вяжу горловину реглан-погон.
провяжу несколько рядов и потом покажу, как нам убрать вот эту голубую нить. Вот. И так вот я провязываю согласно моей схеме, моему плану. И через несколько рядов я провяжу за кадром, я покажу, как вот эту голубую нить мы будем убирать. Итак, я провязала немного в высоту свое полотно. И хочу показать, нам нужно уже вот избавиться от этой дополнительной ниточки. И снять можно на спицу, снять можно на большую булавку, вот как у меня, можно на нить. В зависимости от того, предположим, вы планируете сразу какую-то делать здесь вот на открытых петлях, какую-то отделку или резинку, или там еще что-то. Или же, может быть, вы попозже это будете делать. Тогда можно снять на булавку, можно снять на нить, на иглу, я имею в виду, и на нить. Или же вот ниточку. Оно очень легко распутывается. Итак, мы начинаем на дополнительную спицу или на булавку снимать петли. Вот у нас вот один край, а вот у нас ниточка, которую мы тянем, потихоньку тянем и набираем петли. Вот у нас одна петля, вот она, мы ее вытащили. Я это сделала за кадром. И сейчас покажу, как будем поступать с остальными петлями. Вот нам нужно вот эту петлю подхватить. Я набираю на булавку. Можно, как я уже сказала, можно набирать на нить, на иглу, на спицу дополнительную. Вот. В зависимости от ваших планов, если вы планируете в ближайшее время заниматься горловиной и делать какие-то изменения, то вам, конечно, лучше набрать сразу на спицу. Если же вы не планируете сейчас, значит, какие-то делать изменения, а будете делать их позже, то можно набрать на нить какую-то. Итак, вот, значит, вот наша петля. Вот так я вхожу в петлю, а ниточку вот так вытягиваю. Вхожу в петлю. И так далее. Вот у нас получается открытый наборный край. Вот он. Значит, вот показываю. Вот у нас что получается. Вот это нужно продолжать дальше. И вот так по кругу. Вот это у меня, значит, я показала вам, как я набираю петли открытым наборным краем. Вот наша косичка идет, и мы ее так легонько натягиваем, распускаем. Здесь у нас открывается петля, мы набираем петли и так далее. Этот край нам сейчас не нужен. Мы к нему потом позже подойдем. Вот. Или вот так еще можно посмотреть. Вот здесь мы вяжем, а вот здесь у нас открытый наборный край. Итак, надеюсь, вам был понятен мастер-класс. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока!